Всем привет, добро пожаловать в канал, продолжаю играть Jet Guitar Alliance 3. Что ж, у меня произошло восстание, и, соответственно, с этой точки идет просто гигантское количество армии. То есть, по всем сторонам у меня, на все прииски. С этой стороны идет в Флитаун, сюда идут, потом идут с этой точки К-16, сюда выход. В общем, план какой? Забить на вот эти походы. И я попробую это бить вместе с ополчением, потому что если я не буду отбивать вместе с ополчением, то они просто меня разорвут. А потом мне перехватывать все это дело, ну, очень будет сложно. Поэтому легче сейчас отбить, пропустить два прииска, да, там 24 тысячи, но у меня запас денег есть. Создать еще один отряд наемников плохой идеи, потому что я когда высадился здесь, мне просто была какая-то засада. Там человек 10 высадились, а эти все чуваки с пистолетиками, они, в общем-то, ничего не могут сделать. Поэтому, пока я не захвачу всю эту территорию, точнее, хотя бы город не защищу, вызывать подкрепление не имеет смысла. А потом, да, конечно, мне нужен какой-то отряд, который будет постоянно перехватывать прииски. Хотя бы 3 отряда здесь нужно. Так, ладно, поехали. Let's go. Ты сюда, это поговорит у нас здесь. Вот они пошли все. Да, здесь, конечно, я не отобью. Тут тоже уж слишком... Нужно выбирать, в общем. Сержант. Так. Этой территории, кстати, не было. Хотя посмотреть, что здесь есть. У меня все красное, все больные, лечить нужно. Но с учетом того, что... Как сказать, в теории они все еще могут драться, то лучше уж пускай дерутся вот как-нибудь вместе с новобранцами, и думаю, они отобьют атаки. А там я уж что-нибудь придумаю, как отхилить. Хотя бы отбить две линии атаки, и дальше уже, я думаю, должно быть полегче. Хотя, конечно, здесь нужно было, прежде чем нападать на этот... Ой, как называется? На лагерь беженцев. Развить всю территорию, поставить везде по элитным отрядам защитников. А потом уже идти дальше. Presently in attendance. No need to rush. Let us move slow. No need to rush. We're on it. А, здесь я был уже, да, ты еще вспомнил. Let's go. Yes? Let's go. Так, поставь здесь бомбочку, пожалуйста. Молодец. Так, дальше. Дальше, дальше. Нужен нам пулеметик. Первый пулемет. Так, УМД, отлично. Второй пулемет. МД present. I guess. МД станет здесь. Yes? Так. Mouse here. Ну, остальные пускай. Okey-dokey. Тут стоят.
так. Разбегитесь, а то тут дебилы будут по мне стрелять. Босс Блобер, ты послал этих людей вытащить меня, и вот я здесь. Я прямо тронут, хотя ты не очень-то торопился. Но что поделать, ты ведь был очень занят со своей подскушкой, да? Как всегда, ты слишком болтлив, Луиджи. И хуже того, ты заболтнул лишнее. А может, ты просто заключил кое с кем сделку, босс? Это же наша работа, да? Мы ведь с тобой бизнесмены, или только я один такой? То есть, говорят, босс, ты в последнее время мышей не ловишь. Слишком занят своей подцепочкой, а? Нет, я бы, конечно, не сам проще не сняться. Не читай. Луиджи, мы обсуждаем мою личную жизнь, а не твое предательство. Ты здесь, потому что мне надо преподать урок парням. Показать, что бывает с теми, кто мне продает. Нет, босс, именно в твоей личной жизни все дело. Ты думаешь только о своей женщине и совсем забросил дела. Пора тебе в отпуск или даже на пенсию. Сам знаешь, я не уйду. Вижу, ты настроил моих людей против меня. Но, похоже, забыл о тех, кого послал тебя искать. Хватит, пора заканчивать. Все бегают. Хоть бы кто-нибудь помог. Просто бешеная, это как его... пушка. Инди. А у кого взрывчатка? Блин, идиотина. Should be working out. Just hold still, damn you. Я не передал, да? Им нет, Инди. Michael here. А я гранату бросил вообще? Я не бросил ее. Нет, вот она стоит. И 136 урона. Тут это трэш. To, do stuff. Going there? You mean right now? Have a good shot. Good little Karina, you are strong. Get ready to scratch. Не понимаю, почему я не могу стрелять. Честно, не понимаю. Взрывай, точнее. That was so cool. I wish I could shoot like that. Got him right where I want. Right. Give the evildoers a beating. Make them run back to their foul lairs. Down the huts. Great job. That looks super professional and everything. Michael here. I think I can, you know, get him. Эти прыгали рефлексы. Ладно, сам сдох. Так, первый этап моего ролика завершен успешно. А Луиджи мне нравился. Он был умен, но, к сожалению, недостаточно уверен. А в нашем деле нельзя быть
наполовину, потому что вторая половина становится врагом. Но я не врал, когда говорил, что мне нужна помощь бизнеса. Лучше больше нет, а майор не умнее. Как насчет того, чтобы стать моим партнером? Я помогу вам, вы поможете мне. Что скажете? Отлично, я сообщу, если мне понадобится помощь по вашей части, а вы, в свою очередь, можете обращаться ко мне со своими проблемами. Здесь лояльность и $3000. Отлично. То, что мне нужно было, особенно сейчас. Че, куда такой тихий сак? Кому нужен? Починить бы все это дело. Так, есть кому что здесь улучшать? Ладно, вроде бы нет ничего. Теперь пора возвращаться. Ой. С этого порта сюда я вернусь. If I say I will be somewhere, then that is where I will be. That's just common courtesy. Так, здесь что нужно? Presently in attendance. Так, минимум. Можно это купить, наверное. Кстати говоря, насчет аптечки. Может, как-то это поможет? Восстанавливает потерянное здоровье, стабилизирует состояние умирающих, требует для использования привязки. Жаль, здесь нет фигни, который восстанавливал бы ХП. Три. Don't tease me. Second-hand blades. Hand may still be attached. If you have enemies, buy a gun. Should we grab what we can? Let's get moving. Прошу прощения, так. Коктейль Молотова. Fait d'artifice improvisé. Hot deal. 762. Есть 762 вообще? По-любому есть, по идее. Are you here to buy?
just one type. Oh, this seems to be our promotional package. Два алмаза. You pay one diamond and you get back two. Дичь какая-то. Все это шумовые гранаты, гранаты, липкие гранаты. Ну, кстати, почему нет? Well, that's, you know, I'm not even sure how that even fit in there. Well, that's the mystery of the loot box for you. My favorite toy. NK21. Что это такое? Goodbye, my friend. Так, в баре эту штуку надо его забрать. Блин, хотя сейчас ночь. Что-то так разобрать здесь так хочется. Так вообще выбросить. Того, что здесь короче черный тэп любому найду. Нифига себе. Это что за пулемет такой? 10 урона на 30. Или это... Ну да, это пулемет. Так, лидерство. Руководство Бори и Гриля. Интеллект. Читать. Взрывчатка. Ловкость. It is always good to learn more and become better. Раз мне этого хлама слишком много, то надо его отсюда убрать. Дальнобойность снижает вот цену за УД. Это и дивизию. Снимает штраф к точности при стрельбе из укрытия при уровне стабильной прицельной 3. Посвечивает противника при уровне прицельной 3. Снижает штраф к точности из-за прицельной линии при уровне прицельной 3. Фиг его знает, что это. Пускай будет.
Здесь нужно только из-за гранат. Так, еще одна граната есть. Да, 7 это, конечно, жесть. Так, у меня еще есть кристальчики. О, это Вирион, это хорошо. Так, хорошо, я думаю, пока хватит с этим. Так, я потратился. А где Метаврион? Так, все, что хотел, я здесь получил. Пошли дальше. Целый остров бандитским стал. Это жесть, конечно. Теперь здесь. У меня будет долгий ролик, чувствую. А здесь, по идее, я могу найти подкрепление. Сейчас тут надо со Смайли разобраться. Он ждет уже меня. Купить журналов? Пошли купим журналов. Heading out. Так, теперь. Вот туда пойдет. Блин, они все равно это как его телепортнуться. Assertive type, eh? I like that. Omri in here, Glavny. Da, Glavny. How can I assist? I will shoot at enemy when available. Sure, there's some loot over there. May God and the spirits blessed вас, Господь и пресвятые духи. I see. Вот как. Ну что могу сказать? Я просто священник и лгу. А лгуны и священников отвратительны. Да, он тут. Мы ведь такие же, как он, да? Наемники. Хорошо, что кто-то наконец-то прибыл помочь Смайли. Я не мог бы его долго прятать. Контрабандисты его ищут. Они жаждут его смерти за то, что он сделал. Один из контрабандистов на блошином рынке познал его. В его невесте проститутку из Лили-Руж. Он и его напарники захотели вернуть ее в Пентагрюэль из-за вознаграждения, но Смайли его застрелил. Оставшиеся контрабандисты хотели его личичевать, но тут вступился босс Блобер и разогнал толпу. Смайли с девчонками бежали, а я же потом спрятал их здесь, в доме Пресвятых Духов. Affirmative. Locked. Rejoice, my child. Радуйся, дитя мое. Я привел друзей тебе на помощь. Друзей? Каких друзей? Я с ними не знаком. Вы кто? Я Александр Диас. Люди обычно меня зовут Смайли. Еще какой наемник? Меня обучал сам Биф Скотт, человек-легенда. Не знаю, я мало подостал от отряда, когда постучал в ее невесту Молли. Видели бы, как она была блистательна.
Да, наверное, с моей стороны было бы не слишком профессиональным поведением, но она была любовью всей моей жизни. Что я мог сделать? С моей невестой через несколько всего прошли. Собирались пожениться. Вот и приехали в эту заполусть. В общем, не успели ли мы сюда приехать, как какой-то из местных ее узнал. И попытался отнять у меня Молли. Но я его застрелил, кажется, даже насмерть. Прибежали остальные его дружки, и нам пришлось спасаться. Так мы оказались в Лабуэ. Какое-то время мы здесь даже прятали, пока Молли, в общем, однажды не пропала. Это слово, моя невеста Молли пропала. В городе каждый встречный хочет меня убить. Я прячусь здесь, мочусь в ведро. Какой-нибудь арестант. Так и знал. Знал, что это его рук дело. На следующий день Молли сказала, что ей позарез нужно в церковь помолиться. Я больше ее не видел. Отец Туки сказал, что ее схватили. Какие-то люди в масках сказали, что ей наверняка ничего не сделают. А вот меня, если попробую их выследить, убьют. Я места себе не находил от переживаний. Но теперь, когда меня нашли вы можете перейти в наступление. Если вы можете мне вернуть Молли, в общем, я буду бесплатно на вас работать. Не бойся, вместе мы справимся. И даже если не стащили ее обратно в бордель, я могу ее выкрасть еще раз. Попался, герой-любовник, выходи, а то мы выйдем. Я договорился с боссом, девчонка в обмен на жизнь мальчишки. Говори, что вы сделали с моей невестой? Не волнуйся, она отлично проводит время с Ривелием, с боссом Блобером. А мы отлично проведем время с тобой. Не в этом смысле, идиот. Я вас убью всех до единого. Ну, блин, тут все равно придется здесь раскидывать. Окей, ладно. Единственное, что фигня, и они все ранены. Тут, блин, по мне будет что-то так прилетать. Yes? Hello. Че, все, блин, красные до ужаса. Presently in attendance. Yes? Hello there. They are all over me. How can I assist? Ты идиот, кого стреляешь-то? Придурок. Боже ты мой, как мне горит-то. Hello. Где его знаменитые гранаты? Very wounded. Need rest and food. Must make good shot to get rations.
Perseverance and faith, my friend. I have opponent. Now I wait. This is no problem. You fight just like my sister, only less Hungarian. I see a lot of creeps from here. This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. Je suis blessé. I truly believe this is why girls make the best soldiers. I think we should be commended for our work. Keep this one busy. These wounds are serious. I need a medic. Medu? For a great number of wounds. Yes. I am wounded. Oof. Ça fait mal. Oof, that hurt. Карнота, конечно, клёво прилетела. I am doing quite a lot of bleeding, and I would like it to stop now. Oh, I make Uncle Ivan proud with this shot. Good omen in clouds. We'll make shot. Ты идиот косой, блин, бесит. I'm hurt. Got a clear shot here. Got him. Mm-hmm. Ready. Hello there. What? Target locked. You will pay! I swear, you will pay! How can I assist? Moving, as of this moment. Do my best. We are losing too many. Нафига ты встала? Just like in training. Spread out. Еще помер. Просто так. Next time, try looking at the enemy instead of staring at my chest. Такой косорылый стал, это просто жесть. There, all better. Let me know if it itches. I can rub something on it. Oh, many gratitudes. Bless you to all your relatives. Never stand in America's way. Now, before I go and find my girls,
Смайли, мой сын. Адри, вы в сговоре с боссом, да? Или нет? Я сделал это ради вашего же блага. Верь мне, она жива и здорова. Я люблю вас обоих, заблудившихся моих овечек. И сделал все, что мог, чтобы помочь вам. Они говорят правду? Да. Я позволю увезти ее в Римвель. Лишь потому, что... Довольно, Иуда. Ты продал мою девушку этим животным. Я пристрелю тебя. Но он продал мою девушку. Молли в безопасности, Смайли. Даю тебе слово. Все случилось так, как и должно было случиться. Просто поверьте Богу. Это мы еще проверим. Я отправлюсь к боссу Блоберу, чтобы вызвать свою девушку. И да, смирился ваш бог. Дебил. Maybe it just needs lubrication. Yes. Ну, надеюсь, Блобер адекватный чувак, учитывая то, что я ему помог. Где Фомка-то? Я просто. Так, надо придумать, куда эти фигню деть. Let's move. Странно, что эту бочку не видел ранее. With certainty. Maybe we will find things of value here. Ready. Sure. May God and... Так. Sell a diamond? Thank you and be blessed. Thank you and be blessed. Thank you and thank you. Thank you. Thank you. А если так их продавать, интересно, сколько получается? 500. Еще 3 алмазика. May God and sell a diamond. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you and be blessed. Thank you. Walk in peace. Going. Don't tease me. Так, здесь я что мог сделал. 4-4. Блин, здесь слабенькие отряды, конечно. Let's go. If I say I will be somewhere, then that is where I will так. Be. That's just common courtesy. Я
Здесь я что-то навряд ли смогу сделать. Сектор G10. А, сюда напали, я понял. Осталось... А, ну, четверых убил только. Это при том, что здесь два опытных было. Печально. Сразу 20 противников. Это жесть. Бах. И гендель. А почему я не могу в бой идти? Я так понимаю, когда придут еще один отряд, чтобы был тридцатник, да? Где еще три отряда, блин? Что они делают? Они просто сдохнут и все. Feeling better, главный. Итак, три новичка умерло, зато победа. Смотришь, что здесь? Ё-моё, тут всякого барахла-то. Это жесть. Кстати, нового пуха. Четыре урона. Еще Джаргил. Короче, тут новые шмотки появились, я смотрю. Уровень энергии цели один раз за бой. Ну такой себе. Так. 40% урона. Что здесь можно прокачать? Доп крит за каждого прицеливания. Не понимаю этого смысла. В режиме контроля. Мне нужно хп, это факт. Я еще здесь не прокачал, блин. Еще минус двое.
можно было бы модифицировать это оружие. Так только место занимает. Что у нас? Фамас. Низкий урон. Увеличивает эффективность прицеливания. Низкая цена атаки. Повышенная цена перезарядки. Менее шумная. Это у нас 3.8. 3.10. 5 крит. 5 крит. Так, эта фигня мне точно не нужна. Like this is something that belongs in a flea market, and not to sound too judgmental, but I am allergic to flea markets. 100% они эти пушки. Сразу видно, кто под удар проходит, а кто нет. Сорок процентов урона. А, нет, ему он как раз Игорю нужна вот эта фигня. Потому что именно он с ножиком бегает. Эту фигню я пока оставлю. Вдруг пригодится. Кристаллы. Три 13, офигеть. Высокий шанс крита, увеличенная дальняя больность, встроенная открывашка. Не знаю, что это значит, но это что-то офигенное. Так, теперь попробовать это модифицировать. А, это автомат. Так. У кого тут калаш был? Еще и критл выше. Да, конечно, патроны НАТО нужны. А, так. Сколько у меня патронов НАТО? Ой-ой-ой, а что так мало-то? Три девять. 56. Ну, это, кстати, в любом случае тоже интересная фигня.
Блин, оно почти поломанное. Самое тупое то, что здесь слишком много вот этих гранат, они такие бесполезные. Ух, с пулеметиком тут у него проблемы. Мне другой пулеметик. А другого-то и нет. Так, это что, у нас средний бонус к точности? Емкость увеличится на перезарядке. Смысла не вижу. Так, до уровень прицеливания, либо бонус к шанс крита попадания для тех атак с уровнем прицеливания 3 выше. Опять же, без понятия, что это значит. Так, и кому еще дал эту пуху? Посмотрим, насколько оно эффективное. Фэнн фал, конечно, эффективнее, но, блин, оно мне почти сломанное. Don't tease me. What's on your mind? Oh, many gratitudes. Blessings to all your relatives. Так, здесь последняя атака. Можно бросить вообще их. Перейти здесь и здесь обороняться. Да, я, наверное, таки сделаю. Все равно это у нас истощен. А, истощаюсь, блин, ну ладно. Просто чтобы автобой сыграть, мне надо еще сюда успеть.
Блин, они лечатся. 20 часов. Нет, не хочу 20 часов лечиться. Четыре опытных, еще плюс 4 через сутки. Чем больше опытных, все равно не сюда идут. Блин, тут элита. Хм. Ладно, пускай 3-3. Снова этот район. Не получается автобоем сыграть. Дохнут мои. Тактический снайпер. Ладно, там справится, если что. Потрошитель, бык. Ну, где не надо, почему у меня такие большие потери, учитывая, что здесь есть те союзники. Presently in attendance. So, boss. Hello. Фига себе они. Ладно, рихт, я разорвал. Я почему такой большой урон не получил дальше? Dominant ground here, Glavny. Must not shoot from here. Don't tease me. Меткий стрелок. Она. Прицельник первой атаки. Каждый ход. Уже вероятность выполнения тихих убийств для таких уровней прицельник 3 выше. Выполненных в состоянии маскировки. Кстати, вот этот вражь, да, меткость 74. Чувствую, ей надо бы снайперку давать уже.
Чуваки, ловите гранату. I think this thing is falling apart. Do we have a handyman who can check out my equipment? Еще 6, 4. То есть я могу еще раз так, да, сделать? Куда улетело, фиг его знает. Ну, по трем я попал, это уже радует. Damn it! Keep your heads down. А вы что думали, чуваки, в сказку попали? Я вас ждал. Еще полечит. Вот это риск. Вот это, понимаю, просто имбище какое-то. Ругался я на нее, ругался, но, блин. Он дно стал. Вот эти вообще. Оп, минус. Так, троих я убил, сейчас еще четыре, семеро. Вроде бы последним должен быть. Здесь с той стороны никого не будет. Ты издеваешься? What's on your mind? You just like watching me walk. I could do this blindfolded and tied up. I have no clear shot. Никто не может попасть. This is a bad place to be right now. Ready to shoot. It looks to me like all the enemy soldiers are dead. Of course. Так, эти чуваки встали. Heading out. Хотя, может быть, мне не сюда надо, сразу сюда. Ладно, пускай хотя бы до этой точки доедут. О, смотри, сколько убило. 5-6 человек, офигеть. Один. Ох, пошли веселиться. Доки, порт какао, снова оборона. Интересно, вот эти чуваки, они будут мне помогать? Блин, почему так далеко их? Рыцарь помойки.
опытный новичок. Да, у них шмотка, конечно, такое себе. Блин, ну давайте здесь стану, я не знаю. Вся толпа здесь собралась. Раз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Здесь только один отряд. А второй отряд, скорее всего, с той стороны. Где-то здесь стоят. Что я имею, кроме большого тесяка? Когда враг подходит близко. Это хорошо, только, блин... Кстати. Сколько большая вероятность можно было... Зря заложить заранее. Moving out. Buttwad spotted. Look alive. We are under attack. О, они мне помогают. Это вообще шикарно. Это ж бабуси, еб красота. Эти двое тут так будут стоять, похоже. Бесконтактная детонация. Площади. Michael here. Okay, will do. Many enemy peoples expose themselves to me. Stressful, but I'll do it.
Горите, тварь, в аду. Майкл here. Ну, взрываться она будет, нет? Что происходит? Почему они друг друга стреляют? Я реально не понимаю, почему эта фигня не взрывается. Get ready to scratch one, Buttwad. Just hold still, damn you! I should have joined the Navy! Ready to... Bien joué, bon ami. А чё, второй раз он не стреляет, да? Идиот, кусок. I knew Grizzly would take care of it. He's almost as good as I am. Yes? This should do it. You can do it. Grizzly here. I go to set up my shop. They are everywhere. I need to reposition. Of course the battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evildoers. No evildoer can stand before you. Not a problem. Sure, like women on the front line. I'm starting to change my mind. Так, надо быстренько всех поднять. Ready to, do stuff. И бежать на другую точку. Yeah. Yeah, okay. Бежать, бежать. Блин, сюда что ли бежать? Так, да. Бежать сюда. Куда встать так, чтобы мне по морде не прилетало. Но то, что по морде не прилетало, так мне надо еще встать, чтобы где по морде мог давать. Еще сделать так, чтобы бабки не сдохли. Mouse here. You got it. Found a bad guy. Вот ты главный ключевой, а не ты, ты слабак.
Хотя, может быть, тоже гранатами попробую закидать. А толку, блин, он прохнется. Это черт бегает, раненый. Я. Роджер. Майкл here. Так. More walking. Michael here. MD present. Grizzly here. Толпа идет, блин. Yes? Present. Grizzly here. Mouse here. Ну, гранаты есть. Блин, нет. Почему нельзя одновременно бросить гранаты? Сколько можно, блин? Кто в кого стреляет, фиг его знает. I'm not sure I can handle this many enemies. Hello, evildoers! We are here to vanquish you! Потому что мне предел в досягаемости. There are a lot of trophies to be had from all these buckets. I should be working out. MD present. Oof, too many bad guys around. Ну ладно. Do stuff.
here? Hmm? You have a good shot. My gun is not a magic wand, you know. This should do it. Попал, смотри-ка. У меня гранат больше нет, да? Do stuff. Pretty good odds, I think. Эти, да, я забыл про эту фигню насчет прицеливания. I think I can, you know, get them. Это плевай, главное на бомбу наступите на бомбу, твари. Бедный гризли. Опана, взорвались, отлично. Ну как минимум часть я точно уничтожил людей. Кровотечение, горение, все замечательно. Блин, остатки, конечно, осталось добить каким-то образом. Сейчас самому не сдохнуть. Может, а там еще будет идти еще одно нападение. Еще человек 10-15. А гранат-то больше нет. Таких хороших. Так. Ты в разведчика. Молодец, попал. Еще раз. Молодец. Хоть кто-то есть что-то рулит. Michael here. I go to set up my shop. Ну ладно, хотя бы просто попасть. 7. Сойдет. Кровотечение, укрытие, броня минус. Yes. Just hold still, damn you. I'm hit. Ready to do stuff. Правильно, зачем попадать? Это такая же, блин. Yes? Так.
Вилма, какого черта там не в броне стоишь? В живодера стреляет тварь. Потрошительница, бабуся, что вы делаете? Вы стрелять должны убивать всех, как в прошлый раз, а вы, блин, бегаете, пули ловите. О, ура, хоть кто-то умер. Что так плохо? Конечно, промах. I feel under threat. Makes my teeth chatter. Wait. They have reached my position. I should be working out. Going in there? You mean right now? Отлично, остался один. Чувака, паника. Отлично. А хватит стрелять-то уже. Пускай живет. Бабка хорошая. Бабуся, молодец. Фу, теперь точно последний остался. Ух, столкновение кончено. Это было эпично. Так, что у нас забрать надо? MD present. Патроны. Ready to, do stuff. Copy that. I hope there is some protein powder in here. Так, это говно мне не нужно. Патроны вот нужно, да.
Ух ты, новый шлем. Кому шлем? Так, тут можно что-то купить, может быть. Фугасный гранат, кстати, возьму. Модифицированный РПК 74. Ой, точно, вон еще сколько тут. Ну, кстати, эта фигня пускай будет, если они здесь нападут. С этой стороны, как минимум, могут наткнуться. Семьдесят четыре. You may look at my trophies, but do not touch. Кстати, еще три гранаты. Я их только сейчас заметил. Бой, я просто, я устал уже воевать. Сколько можно? Пошли повоюем еще раз за ту точку. Вот здесь пропустил. Все устали, все раненые. А делать-то нечего, воевать приходится. Try to do something special. All right, all right. Come with me, everyone. Go found a hostel. Let's go, yeah? Я не помню, где они тут. Я в прошлый раз отсюда нападал. No need to rush. Здесь никого, да? Видел один там сидел. На вышке, интересно, кто-нибудь есть? Да, главный. We move with certainty. Follow Igor. With certainty. Let's get moving. Ты меня заметил? Anybody got snack? Игорь, почему у тебя эта пушка? Где твои ножики?
Нет, нет. I sneak up. Did I tell you I am great at hiding? The head visual. Let us fight for glory. Отлично, так. Так вот проблема, походу не засекли, да? Тут кто-то охранник стоял. Honestly, I do not feel it is fair to make me watch over everyone. I'll do my best. I could do this blindfolded and tied up. Hello there. How can I assist? Yes? Moving to position. Yes? How can I assist? Enemy home! I make Uncle Ivan proud! Смотри, попадает. А если так? 45%. Ну ладно, пускай стреляет. Ой, точно так. Минометчики или же... Не понял. Это прикол. Вот так вот, теперь точно лежать. Going right now. Не знаю, куда бы тебя отправить. Ну, беги сюда пока. Дальше видно будет. Хорош удар. Do we have a handyman who can check out my equipment? I have a whole career ahead of me. I can't die now. I am awake, Glovny, but hang good omen in clouds. We'll make shot. Убил? Молодец. Have some scars after this. There, all better. Let me know if it itches. I can rub something on it. Похитите друг друга. You have order?
Слышь, чувак, может хватит хилиться-то? Вообще плевать, чуваку, да? How can I assist? Омрин here, главный. Почему? А, я же видел точно. Moving to position. На самом деле я удивлен, что Игорь с такого расстояния попал. Даже этот, блин. Куда тебе? 3%. Ну да, значит, все-таки пушка там немножко тащит. Just let me adjust the field dressing a bit. Wipe them out. Fuck. Omrin here, главный. Да. Ready. Target locked. Молодец, убил. Блин, офигенный пулемет. Like being the one doing the staring. Ready. Oh, ready to shoot. Ты издеваешься, блин. Черт вонючий снайпер, блин. Yes? Ready to shoot. Hurts like a mother. Все попадали, кроме снайпера. Так, тут еще остался. Presently in attendance. I bet there's more creeps out there just staring at me. What? What are the chances I'll find a decent bottle of conditioner? Follow Igor. Device disarmed with precision. Пулемет, так, мне где-то был. How can I assist? You got it. Our opponent. This is not good. Так, минометчик. I think it's time to get things started, yeah? Ты куда убежал? Зараза. Moving toward destination. Good odds of hitting enemy. Да, ой, просто ладно. Барри, это Барри. Он только взрывать умеет. В общем, этого достаточно ему. Да. Ну, только для Барри достаточно, а других-то чё? I go there, maybe have nice. Must make good
have good shot of enemy. Я не понимаю, там он с такого расстояния попадал, а здесь он... Moving to position. 4 человека убить не могут одного. Все, наконец-то. Так, еще одна зона дочищена. Так. Long walk over, главный. Now make camp and rest. Но эти черти не хотят нападать, да? Сейчас посмотрим. Да. Значит, я сам нападу. Тринадцать чуваков, офигеть. Поехали. Так. Ну, буду бивать сверху и по кругу поеду. We need an epic quest to do. It will bring us great fortune. Careful, this mouse bites. Huh? Come on. I'm good at making people ignore me. I got a buckhead here. Ну да, они так же стоят, как и предыдущие. Not a problem for a mouse. I'm good at being overlooked. Quiet as a church mouse. Careful, this mouse bites. Sure. Let's go. Let's go, go. Не просто тьма этих тварей. К сожалению, тих тут уже не убить их. Штурмовать только. Not a problem for a mouse. No sweat. Только штурмовать. Так. Roger. Michael here. Come on. I go. Uh-huh. Wish I had a chopper. Ready to do stuff. Yes? All right. Huh? On the hunt. I'm good at making people ignore me. Hmm. Yes? You have a good shot. Гранату бы сюда теперь. О, хорошо, не встали, кстати. Hello, evildoers. We are here to vanquish you. Я просто не хочу так стрелять.
Отлично. Минус двое. МД present. Минус трое. What's the word? Careful, this mouse bites. Don't think I can get away with this one. Блин, сейчас гранат кинет. А, ну ладно, так можно. Еще один разведчик. Так, я убил 3, 4. Тут 10 их было. А, нет, не 10, там 16, наверное. Ну, остальные, скорее всего, в кратере, так что. Так что тут плевать. I knew Grizzly would take care of it. He's almost as good as I am. Yes? This should do it. Huh? Of course the battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evildoers. Yeah. This one will fall before me. Kalina here. Попал, смотри-ка. What's the word? Not a snowball's chance. Huh? No living thing shall escape my notice. What's the word? Так, ну чувак не добежит до меня, так что потом я его тупо эту его уже в упор расстреляю. О, еще один красномечик, это я не ожидал. Я думал, я всех убил. Отлично. Отлично. Так, самое главное теперь вот этого убить. Ну, красномечик, конечно, тоже, но он хотя бы... У него есть шанс, что он промахнется. Но эта тварь не промахнется, она будет просто вырезать моих. Блин. What's the word? Got him right where I want him. I should be working out. If I miss, it is okay. We are losing people. Maintain discipline. Неудача. Ладно, в одного можно. В одного можно. Так. 4.
шестерых не хочу. MD present. Beware the unconfused. Be sure you do not become prey. Hey, thanks. Более-менее живой отряд. Гриль, правда, мертвый, но в любом случае это лучше, чем первый. Если искать, так сколько у нас тут? Трое? Четверо, да? Четверо. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще где-то восемь человек осталось. Так, скорее всего, они здесь стоят. Вот один штурмовик. Так. Хороший крит. Аз 5. No sweat. Quiet as a church mouse. Quiet as a church mouse. Not a problem. Mouse here. Yeah, okay. We're moving. Так, ладно, я понял. Вначале здесь надо убить, потом того, этих двоих. Конь спустится, 100 лет пройдет. Mouse here. Sounds good to me. Ready to do stuff. Not a problem for a mouse. Careful, this mouse bites. I'm good at making people ignore me. Еще один штурмовик. Quiet as a church mouse. Huh?
100% попадание было ведь. Чуть не провалился, блин. Этот треш был бы сейчас. Michael here. Come on. Ready when you are. I'm good at making people ignore. Надеюсь, это последние двое. We copy. I was never good at hide and seek. Stealth mode. Running silent. Be quiet now. When I was little, I would hide from everyone. Discreet mode. This is how I approach the king. Be quiet now. All right, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Going dark. Yeah. I shall not make a noise. That blin. We are under attack. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. I'm hit. Так, ну ладно, окей. Я вроде бы не так критично. Grizzly here. Got him right where I want. Да блин. Клёво. Это хорошо, так. Is almost as good as I am. Mouse here. Stressful, but I'll do it. Молодец. Ох, неужели? Вот это то, что я хочу. И то, что нужно обязательно забрать. Потом куда-нибудь починить, и вообще будет имбовая пати. We're going, right? Ну что ж, задачи минимум я сделал, отбил две линии атаки, осталось еще минимум 2-3, и можно будет, конечно, уже радоваться, перехватывать весь остров обратно. Что ж, на этом я заканчиваю. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик, и до встречи, всем пока.